Трансформа сначала был. А. Сейчас сотка найф. Все, отлично, ножи, ножи, ножи. Запись пошла? Да. Итак, ну, по составам вроде все тоже, как и вчера. Мувик, Димбер, Энди. Ну, Сэнди, ладно, уже как и вчера. Мувимейкер, Димбер и Энди. Невер Бэкдаун. Ну, Сэнди, ладно, как уже вчера. Царь, Смарт, Мистер Кэп, Эйр и Ева. Ну, Сэнди, ладно, как уже вчера. Царь, Смарт, Мистер Кэп, Эйр и Ева. Это никто не начинает первым. Да. Все как-то хотят. Они просто оба хотят очень выиграть. Обе команды хотят очень, очень сильно победить своих противников. Во-первых... Мы вчера уже поняли по одному видео, что хотят выиграть. Mm-hmm. Итак, начинает забирать царя, сразу и Ресолюта, и Мувик забирает Гейка. Кэп забирает Мувимейкера, Бэкдаун забирает Кэпа, и Смарт забирает Димбера. Смарт забирает Невербэка, Мувик забирает Ева, которая любит у нас спать. Я тут Сэнди Смарт, его еще должны забирать. Ух, не попал. Печаль. Ресолют выигрывает КНФ за мапу. И ставится у нас. Или что, играть? Инферно, может. Да, все, вот сейчас меняется карта. По-любому Инферно какая-нибудь карта. Да не, мне кажется, что будет Мираж. Мираж? Ну и Мхо. Ставится нюк. Вот это неждан. Вот это реально неждан. Никто не ждал. Никто вообще об этом даже не думал. Ты, может, команды потренировались так на нюке? Мне просто каждый подумает, что слабо на нюке. Ой, снова звук большой что-то. Каждый раз, когда карта меняется, звук слетает, короче. Я вот тоже за 3 дня в 3 уже это заметил. Так, ножи. Ножи за сторону на карте, да нюк. Ну, честно, ребят, сегодня я за топ-левелов. Всей головой болею за них. Конечно. Хочется как-то это. Ну, надо все равно последить за Димбером будет. Да. Какие там минуса будут. Режут опять. Капа забирают. О, царь дает хэдшот. Кейк дает хэдшот. Найс. 2 хэдшота повесили. Остается 4 в 3 трое. Стоит. Да. Ребят, не смотрите то, что Сэнди мертвый. Сэнди не мертвый. У него сотня просто. Бывают баги. Да. О, Сэнди-то забирает, тем временем остается Димбер, 1 в 2. И, да, найс! И промахивается он. Кейк, -4 с ножа дает Кейк. Мувики демки. Мувики демки опять с моим участием. Ну, то есть, как бы идет как бы хайлайт, и я как бы комментирую. Уже таких два хайлайта есть. Видел, да, сегодня Мувик с твоей озвучкой. Угу. Какой, про Сэнди или про Димбера? Про Димбера. А про Сэнди не видел там, где я ору? Найс, герой раунда. Нет, там. Нет. Посмотри потом. А тоже где? Весело. Да вдруг там тоже есть. Ну, как, ну потом чекну. Первый пистолет. Так, Мувимейкер должен сейчас забирать при спе. Где он? О. Не, он врубает Холк. Вряд ли кто будет лезть на рожом. Угу. Тоже так думал. Вот что-то... Дара, так, в желтый засел. Ну смотри, Тимми проходит улицу. Никого не видит. По-моему, уже по кому-то попали так чуть-чуть. Кейк, 3 хп. А, да. Скрип заблочили, лол. Скрип просто... О, Димбер проходит, дал хэдшот. Уже. Я говорил, что пошел. Без головы кто-то на рампах остается у нас. Ну и Муви 16 хп. Мой мекер минус. Ну, говорю, вот желтый, поджал так. Тимбер опять тянешь? Начинает ставить хэдшоты направо-налево. Вот последим за ним опять мы. Смотри. А, это свой. СБЗК, он играет так, они играют от Терфа, что плейл за контров. И, кстати, сейчас не будет ли фейла с барами. То плейл, да, так, Кейк убивает Андиэса. Тимбер ждет под 9, хотя КТ вообще... Кэп проходит экран. Может, сейчас... Минус, найс, уходи, хорош. Может, мне кажется, давай, братан. Тащить он. Его явно армор, но не сдаёт. Прорывается. Энди просто. Первый раунд за терами. Так. А вот теперь начинаются эпики, потому что...
выходит фаст, а? Никого не видит, где же все КТ? Они рампы проходят. Трах начинаешь просто. Вот Диндер минус 2 уже. Ну как? Что за парень такой? Два хедшота сюда просто. Март кого-то находит. Ой, да я жду, Димбером дым убил кого-то. Я тоже думал, кстати, он так стрелял. Нормально. Если парень против подряд подрубает. Не, ну я не знаю, подруб он или нет. Ну конечно, на мувике. На базе когда-то там Дейфайр был такой. Пак, ну я что могу сделать? Так обычно у нас все есть. Будут они опять фаст открытые, наверное, выходить. Раскидывают флешки, дымы. Имбер слепой выходит. По девятку он встает. Шьет по... О, ты видел это? Нет, сейчас вот, нет. Вот эти две пули вот сюда. На шару так, да? Я не знаю. Ладно. Вылезает у нас слева кишки, дает. Хорошо. Разменивают. Мейкер дает лысу. Димбер выходит гол в девятку. Прострел идет. Там никого нет. Там никого, да. Забирают. Второй раз с кишки вылазит, чел. Так, сейчас я куклу хром закрою. Вот Димбера респа ближние, что-то сейчас будет по-любому. Да по-любому. Смотрим мы за ним. Еще бы. Бежит такой чел с ножом. Как это КС разворачивается. А вот развернулся. Ой. Да, сейчас. Так. Минус 5 будет. Смотрим мы за Димбером. А то там. Вот он ларец просто ставил все, что можно. Димбер 39 коней не отдает, 18 даже уже. Как его не убили? Не знаю. Как они вообще одного терпа не убили, это же вопрос. Просто они так убил этот зажим. Ну я не видел зажим, я видел, как у двое теров. Димбер, вышли. Димбер, он стоит. Он желтый. Кого-то модель, кстати, ладно. Марс мои на 2 минуса. Нет, тут нормально было, тут двое. Ну тут 2 конечно, было. Кейгдай минус, сейчас мы это Венди 4-0. И 0 в пользу Ресалют. Ну что? Вот он, Лондон и КНФ за мапу. Вот так. Вот так, ребят, никогда не сливайте КНФ за карту. Все может обернуться для вас так. Димбер на улицу, как нормальный пацан, говорит, пацаны, я в одного сейчас. Все решил. Кстати, у контрфэка, походу. Улицу, смотри. Так, колесо круто. Так, оп, колесо, оп, колесо. Слышал кого-то поблизости? И... Ну да. Накручивает лицо. Ой, мы так... все мясо пропустили, там смарт покарал. Пацанов. Собирается. Один в спину идет к ним. А че? Опять, что сейчас Димбер сделает? Мы берем смарт. Нет, смарт уже вышел из клипа. Ты так будет смотреть. Ну смотри, смарт смарт. А им активирует все. Смарт девять ухлепью и набирает еще одного пацана. И нет инфы про Димбера, сейчас будет. Я готов поспорить, что это будет эпично, что мы будем. Один в три пацан остался, все. Забрал бомбу. А есть была инфа? Была инфа, да. Окей. И что-нибудь? Нет, смотри, они все сидят. Только чекнуть так неплохо. Да а нет, им выход активирует, все. Пошло, так, поехали. Смотри, чекаем сразу правую. Чтобы не палить. Без пальба. Да, без пальба. Да, братан. Ставим бомбу, перестаем ставить да бомбу. Ну... Как так? Сколько секунд прошло, как он ставил? Не знаю. Вроде он долго ставил. Как будто он ждал. Там видно было контра? Не, когда он заходил, я не видел, а вот слева видно было. Вот я не знаю, то ли он ставил бомбу, либо это ХЛТВ. Нет, он вроде ставил. Я же вышел из Стима, каким образом мне пахнет? Димбер по улице проходит. Опять? О, хватит, что мне кто прилетает просто.
знает, что он будет ульту проходить, наверное. Вот, смотри, а может просто убить Димбера, блядь. Ну, поехал. Вот, вот если бы он вышел, то смарт. Мне кажется, он получил в голову. Сейчас смотри, чекает ангар, он не. Он даже не подозревает, а Димбер, Димбер, ты где? Ну да. Я вообще тут Димбер. А Димбер убился. Смарт забирает. А он в спину зашел. Ой, капшн мёд, не убивает никого. Двое около левой кишки опасно, бомба ставит. 24. Ой, Ева. Ева нашивает он, да. Поднимает кейк. Может сейчас достать неплохие минуса, и про него не закрой только скрип аккуратно. Ева дает минус. Ну, Тиары проскакивает холл ТВ. Ему и Мейкер просто минус 2. 5-1 в пользу Ресолютов. Игра должна как бы была быть интересной, но... Ну, Смарт убивает, ребят, я не знаю. Смарт тащит. Сегодня его день. Вот, еще Кейк вроде убивал, да, 94 на ножах дал. Сделал все, чтобы начинать на сильную сторону. Да и кладется дым просто под мейн. Ну, Мейкер просто... Ох, царь забирает одного. Выходят, все, уже минус 3 дали. И Ресолюты. И остается двое внизу. Нет, 1 на 9. Блять, ему флешков за спину. 2 в 4. Ну могут, могут, если сейчас по таймику выйти. Сейчас вот мог забрать желтый и не забрал. И остается там у парня вообще хп по нулям. И кейк. Ох, как не забрал кишку. Очень обидно. Да, как остается Ева. Быстро все проходит это. Ну это нюк. Вот так. Вот так, давай, 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 братуш, братуш, ну куда нет, ну, ты? Ну времени уже нету там. Диффузы лежали, кстати. А, еще у меня 4 таймер не стоит. Секунды 3 осталось. 2, 1, бум. Все, это был последний. Все, это должен был быть последний эпик на сегодняшний стрим. Все. Дальше все будет четко и хорошо. Вот так мы сейчас сделаем. Вот так даже. Не, не так. Вот, вот так. И побежали, побежали, побежали. И так, у Димбера первый респа. Ну, наверное, фаст А будут делать, а не трампы делать. Почему я долбанулся? Ну, вот, все. Димбер раскидывает, прилетает в ответку флешка. Мне кажется, его просто находят и флешат просто всем, чем можно. И то, пацаны, Димбер, кидайте флешки, гранаты, все туда, короче. Пытаются задолбить его раньше, чем он выйдет на скилл. А он, у КТ-то опа. Да, у КТ самое главное, но кейк дает минус. Остается даже Димбер почти не просто каленым. Зажимает от души. Да, в ящик. Неплохо так. Кстати, ни разу, по-моему, даже не попал. Вот я Димбер делает второй минус. Еще пытается с блока раздать. Не получается. Сэнди дает минус царя. Зажимает Димбер. Кстати, ну, ты видел вчера, что кидали, говорили о том, ну, Димбер на каком-то форуме выложил запись там. Не то, Димбер, а Изаш на Сау, это соло. Соло, соло, да. Да, я знаю, выложил он там интервью. Ох, Кейк там стреляется, пытается убить. Мне кажется, блин, человек вот да, это был Сэнди. Я думал, что это был Димбер, но это оказался Сэнди. 7-1 в пользу атаки. Ой, у меня еще я название неправильно написано. Флэш Димбер дает. Проходит дальше улицу. Чекает все аккуратно. Сразу поворачивается нам. Ну, вот сейчас он будет заходить в мейн. Понимаешь, что тут нет, он заходит под девятку, получает в лицо, но... А нет, ну он не, он вообще не получает, он просто умирает. О-о-о, ну да. Минус 2 Димбера, нормально. Прошивается каналка зачем-то. Кейк Савик. Рампах на 9. Как остается двое на улице. Что будет ли какой-то. Будет ли какая-то попытка кого-нибудь выбить? Ой, сейчас двое в кишке просто стоят. Просто... Давай, царь, царь, хорош, минус один, еще, братан. Ну что ж так. Зачем менять девайсы, пацаны? Начали жать, так жмите до упора. Пока не убьете Филиппова Киркора. Что, я снова с вами. Ну отлично, счет 8-1. Кейк за сейви лавик. Так.
Тут. Это у нас этот. Как? Перегрузка у нас идет, да? О! Найс! Как сбивают Димбера просто. Ну как, четко, как. Вышиваются, пожим сампов. Кстати, их минус 2, вот это было АС с Энди разминус. Минус еще 3 минуса просто. 2 в 0 убитых пацана против 200 иповых. Если Ева по таймингу... За... уже. А если по таймингу... О, на Ева, давай, братан, тащи. Остаются. Они все крутят. Ты еще не заметил? Не, а вот Ева это вообще жесть. Просто. Да пофиг. Просто это тупо, ну тупо, тупо на 2, возьми пацелин. Ой-ой-ой-ой-ой. Зажим. Это зажим, детка. Он еще ну, не стал стрелять, нажал на Ctrl, отбежал. Вов, просто тупо вов. Все-таки ребята выиграют, второй раунд выигрывают. Ну что, увидели вчерашнюю ситуацию в обратную сторону. Вчера все было наоборот. Смотрите, Тавик. Ждет его кейк. Чекает. И кейк забирать. Смотрите, перестрелял. Сзади еще дает минус Павика. Ааа. Где вообще было? Он жёлтого вышел. А, да. Уилмейкер стоит просто. Димбер. Дает минус 2. Остается у него 16 хп. Он на рамбах входит, рамп. Да ну! Да ну! Спускается вниз. Забирает рамочку. Забирает кейка! Окей, ребят. Остается как поверху и идет вьюмейкер. Честно, я не понял, как он на выходе из рампов убил. Ну как, ну испуги как. Как вот как он убил. Ладно. Ладно, ребят, не мне решать, мы всего лишь стримеры. Мы не это. Восемь, о, 9-2, то есть. Снова рамп. Вот так вот. Просто на зажиме не убивает Димбер, дает куда-то с блока раздать, его убивает Смарт. Смарт сегодня молодец. Ой, ну, поиграл на КСДНчике. Теперь доигрываем. У него просто двое спрыгнули, он там ниже ничего. О, кэп дает, Фенди убивает. Ёп, подожди. Ну чё, пойдут убивать? Да, 3-2, можно, в принципе. Если сейчас найти, да, находит царь. И лаз, чекните, ребята, только не делайте глупости, пожалуйста. Да. Ну, кстати, Мулька 9 хп. 9 хп, Мулька. Поесть про него инфа, не убивает. Он убивает диффузящего, есть диффузы. Нету диффуза. Нету, это 9, 10, 2. 5, 4, 3, 2, успел. Повезло. Да, повезло. А тут чисто повезло просто. Фух, 9-3, и найс. Есть камбэк раунд от топ-левелов. Это было, кстати, полуэн, да, по-моему. Раскидывают Савик. Ну, Авик дали кейку, понятно, пацанчу. Чувствует, что может убивать Савика, попадает, летит. Что-то там какие-то непонятки. А, кто-то не понял, что он не закуп. Смарт прыгает на ящичек, на рампах, сидит. Опа, видит первого, дает инфу, уйди! Ты это видел? Нет? Сейчас нет. Вот как нарочно, я не смотрю за ним, но он вот захитает. Я тоже не смотрю, он начинает просто. Суть в том, вот что смотрю. Пацан сидел на ящике, ну, на ящике на рампах, и ему прилетело в лицо. Ох, вот это же кровина, видели кто-нибудь сверху, такая кровина прилетела, кому-то голову дали. Крофель на нижнего плента, короче. Поставили бомбу внизу. 3-5, пойдут ли теперь они выбивать. Вот это вопрос. Пойдут выбивать. Но получают голову. Все получают голову. 10-3. 3 раунда за дефенс, на самом деле, это очень мало. Итак, Димбер. Опять первый рез. У него так, пацаны.
У него джаунт перерез. Бежит он на радио. Дает фэшбы. Опа! А вот этого вот он не ждал. Смарт минус 2. Найс. Забирает смарт. Так Кэп дает еще один хэдшот юспа. Остается пацан в скрипе. Ласт гейк нет убивать. Остается сегодня пацан с калашом. Мистер Кэп жми, 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 жми. Не попадает вообще и... Эпик, найс. Да, эпик был просто. Просто эпик. Вот так вот карает его. Это был самый стрёмный, там угорает в чат мне. Нет, походу ребята все серьезно, никто не угорает. Ну ладно, 10-4. Что у нас чат стрим-то работает? Я не знаю. Я если свернусь, я больше не развернусь. Там открыто, так можно писать. Да, что-то. Ребят, пишите в чат, что вы думаете. Где он? Есть вот. Класс, ставить свои комментарии. Считаете ли вы его софтером? Тем временем Невер дает минус 2. Принимает он рампа. Кармит рампа где-то. Забирает. Нет, не забирает. Минус 2. Хороший, одно хп. Остается Вильям Тимбер. Итак, кейк с Авиком. Это может... Где в 2, всё. Тихо-тихо. Ставь. Ладно, рампа. Видишь? Вот. Ну как? Ну да. Сейчас лучше Авика заберет. А Авик забирает боль, то хук наверх. Нет, поздно, поздно он уже ставит. Ставит причем так не по дефолту, что вообще не по дефолту. Есть, там около. Встаем за желтый. Скрип, встаем, чекаем окно. Он шанс. Тем временем Авик выходит и... Давай, братан. Ой, граната! А, это была флешка. Одно хп, окей. Он, мне кажется, в любом случае разбивается, да? Нет. Ну, одно хп. Да, это Димбер, ребята. 11-4. 22 к 6, Димбер. Неплохо. Свапаем мы команды. Русский тащер. Тащер, чё? Угу. Ну, ладно, может он, конечно... Вот это халтвета какая-то или... О, я повис. А, это рестарт. Давайте посмотрим мы дальше за Димбером. А, теперь надо счет поставить. Пишет там кто-то вот это палево. Вот это. А. Вот, все, отлично. Так, выходит вверх или салют. Забирают своих противников. Димбер прыгает, не знаю, что ему делать. Дает хэдшот. Нет, не дает хэдшот. Но он и так уже, по-моему, убил одного. А, нет, он никого не убил. Значит, было so close kill. Минус от Never Back Down. Минус 3 просто. Пропустил я все. Он убил уже, что ли, Never Back? У меня еще идет раунд первый, пистолетный. Ну, а я просто отошел. А. Итак, кейк выходит скрип, а его-то ждут. А Димбер ждет, понимаешь? Димбер ждет скрип. Он все всю нормально. Игру сделает там. Ладно, окей, допустим. СРТ, что пишут. А что такое СРТ, ты не знаешь? Там, кстати, это где? Ну, в чате там пишут. Я не могу. Не жмет. Текст один. Я не хочу читать текст, он там по-китайски все. Я консоль читаю. Консоль читаю, пишет. Ой, рампы. Это рам. Жмёт Димбер. О, Димбер. Последние два патрона были классные, конечно. Просто. Ой, мейкер минус 2 у нас. Остается смарт в скрипе. С бомбой, кстати. И что знает? Нет. Шью скрип. Я просто минус 5 с глока. Глока. Против 5 девайсов. Ну как, МП5 не делает. Опа. Если минус первый. 5, минус МП5 есть, гаш. Убирает МП5. Уходит на рамп. И Димбер дает ему хэшот. Так, почему-то... Так всегда встречает. Почему-то счет идет не в ту сторону. Счет 13-4. Что-то опять с барами. Надо еще будет разобраться. Надо понять название команд местами, и тогда все будет хорошо.
Ну, в смысле, вот аэросалют должен быть справа, то плыл слева, потому что Ева это что было, да, должно быть не так, короче. Извиняемся, извиняемся. Некоторые проблемы с хукварами. Они в топ-левел выходит из желтого. Они, по-моему, вышли все-таки на плент, но бомбу где-то потеряют. Бомба уходит. Бомба ушла вниз. А Димбер уже внизу! Димбер уже ждет, понимаешь? А, смотрим за ним. Я тоже за ним. Опа! Вот так. Дождался. И жмет во вторую кишку. Поменял девайс себе он. Да. Опа. Кэп дает хэдшот мувимейкеру. Остается двое на рампах, один. А, бомба, бомба. Вот что мы протыкали. Бомба лежит на рампе. Да, о, Димбер, а теперь смотри. Двое просто в ноль убитых. Айк и Калаш. Сейчас чуть-чуть уверенности Кэпу. У него есть 45 секунд, чтобы убить обоих. В принципе, сейчас первый минус дать. В принципе, сейчас Авика, только не выходи на... Не выходи на лево, не выходи на лево. Нет! Что он делает? О, убивает. Он промахнулся. Остается Мувик. Мувик остается, 19 хп. Видел он. Видел он. Сейчас он бомбит от бомбой. И... Хорош! Ешишь! Он этого раунда... Да, когда счет на бот, короче. То есть у Эрифлюта сейчас должно быть 13, а у топ-левелов 5. Ну, то есть счет 13-5. Вообще, если свапнуть... Нет, если не буду свапать. Бесполезно. Надо просто название команд мне сами поменять. А что произошло? Что я протекал я. Ой, целыми днями дожди, дожди, дожди. Не знаю, у нас как-то солнечно. У нас вчера такая вообще гроза была просто. У нас там что-то на крыше даже что-то зацепило. Ничего себе. Я сейчас не иду по улице, а дерево прям. О, вот, смотри, я все-таки сделал. Сейчас раунд забрали контры, да, только что? Да, два раунда забрали контры. 2-2 сейчас у нас. Да, 2-2 в сторону. О, Сэнди дает. Ой, Санди просто. Смарт Кэп выходит. Вот смарт, вот смарт убивает. Смарт выходит и убивает. Ему все нравится. Его день сегодня. Да, ему комфортно. Он чувствует на нюке себя абсолютно уверенно. И он его. О, Димбер, это, Димбер. Это что было сейчас? Это был. А, это просто мега зажим. Это был выход из девятки. Чё тут кейка, смотри, я узнал, что кейк в желтом, короче. Может инфа была. Может быть, ладно. Может быть. Что там, чат него взорвался. Нет, не взорвался. Два раунда. Остается аэросалютом, чтобы выиграть данный, как это назвать-то, 1/4 вроде, они сейчас переигрывают. Далее аэросалют выходит в полуфинал, который будет через... А, нет, нифига, не выходит в четвертьфинал, который должен начаться через 40 минут. Видел Санди, что в желтом уже ждет кто-то. Хорошо, хорошо, когда есть какой-то напарник, который может постримить тоже, пока ты там рассказываешь. Ну и да. Два минуса просто. Выходит вверх, когда минус плохой такой. Поставить смарт опять дает минус. Ну вот смарт, стабильно. Стабильно убивает. Ну вот, правда, сейчас он. Ой, хорош. 1-2. А остается Мувик и Димбер. Ну, Димбер опять с девятки карает. Ласт. Димбер Ласт. Так, да. Может прийти и убивает. Эросалют. Эросалют. А, эресалют, а у меня эросалют. Салют. Этот, ну ты нас можешь, да. Орбит такой, орбит просто. Там не. Ладно. Так. Все, Last 2, походу, у тебя последние денежки. У нас мувмейкер в ангаре. У нас тут смарт с Галином сейчас будет решать. Давай, братан, тебе ведь нужен эйс. Ну, нет, эйс. Ну и всё, минус от мувмейкера. Сбривает он. Убивающий. Жмёт, убивает, минивутки. И походу под девятки. Да. Только уже на баллончике, железяки. Ева уходит обратно на ноль. Кейк тоже на нуле, ждёт аркаду. Ну это, я думаю, это ГГ. Нет, подожди, давай не будем раньше времени, а их ждут. Их просто ждут. Им читает, пацан, всё. Его день должен быть. Ай-яй-яй. Good game и хп бай-бай. Или что, не ГГ, 11-4, все.
Это ГГ. Да, это GG, ребята. Сори. Ну, тут уже ничего не попишешь. Проиграть второй раз уже. Так сказать, можно было бы. Все отлично, спасибо. Пишешь, что стрим лагает. Ну, вот в конце вообще не так лагал, как сначала.